Хей, гайс, вами Шмики, и мы продолжаем проходить игру под названием Borderlands The Pre-Sequel, а именно дополнение. Как вы помните, мы отправились с вами в какие-то вершины, и нам нужно сейчас уничтожить ложные воспоминания. Ну, музыка офигенная. Мы любим трэппа. Восстановить память. Оно сейчас на что берется? Воу-воу-воу-воу! Не-не-не, тихо-тихо-тихо. Вот это самое тяжелое, это попасть им в голову. А, их только я понял, руками сломать можно. Салютики. Не то. У меня есть тебе дальнейшая просьба, можешь уйти. О, мана здесь мясо, наверное, происходит. Извини, но я сейчас знаю, что так какой-то такой бла-бла-бла-бла. А почему у меня восстановите память так много процентов? Осторожно. Но моя эта херня их очень сильно разносит. Глюки, глюки. Так, а теперь что-то в системе сделать. Обнаруженная рекомендация памяти. Будет больно. А. Я вспомнил? Так значит, сегодня я проснулся, прошел по матчу, действовал, выделил, ушел с перерывом матча и искать, как я понимаю, так супер гладко. Так что пошли на пляж, о котором я тебе рассказывал. Где субтитры? О, пожалуйста, не ходи. Давай. А, так тут у нас вообще какая-то битва. Дуэль между кем-то. Ну и ясно. Я пытался избежать поиска хранилища, и в итоге ты сказал на турнире, где выбирался. Здорово, приятель. Пускай, не думаю, там... Ух ты ж, манать! Ух, манать, вот это! Что за роботы такие? Пипец! Вот это роботы жесткие. А.
Я их даже не с одного этого убиваю. Что это опять за херь? Что меня убило? Все отлично, отлично, отлично. Ну нахер этих всех. Ух, жестко. Ребят, это серьезно жестко. Я думал, может не так-то жестко будет, но не, нихера. Я опять сдох. Великолепно. Very nice. Ладно, давайте сдохнем. А почему они такие жесткие? Я теперь роботов не могу с одного выстрела убить. Пипец. Вершина. Мать. Нет, это серьезно сложно. Вот этого ладно, я снова убил. Я не могу поп... А он может. Вот где-то оттуда стреляет. А, вон он, тю. То есть я не могу убить их с одного раза, я понял. Классно сделано. То есть получается, у меня пушка все еще такая не очень хорошая. Черт, 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 там огненный. Пипец. Просто жопа. Ладно. Привет, железяка. Пришел помочь с фейерверками. Отличная ракета в хижине Губинсона. Так, в зеленом ящике сейчас обновлю информацию в твоем эхо. Мне нужно поговорить с Кармой насчет закусок. Наверное, они там делают сэндвичи или какую-то нибудь вкуснятину. И, кстати, красные не бери. Именно можно все в церкви разнести. Ими можно все в... разнести. Хорошо. Мне вот это рели напрягать, то что они типа мне очень сильно убивают. Ну как сильно? Резко убивают. При этом они еще высокого уровня. Такая интересно допрыгну до туда. Нет, не допрыгну. О-о-о-о. Тихо, тихо, тихо.
Я вас понял, тихо, тихо. Все, готовым. Хилл-поинт. Отличненько. Вот этих, ладно, я могу убивать. У некоторых роботов я могу убивать, но... Внимай, этот робот не нач... Так, начинает создавать под программную отрицание. Информативно пытаешься сказать правду даже от самого себя. Хорошо. Восстановить память. Могу я с ними просто не драться? Воу-воу-воу. Ясно, держу в курсе. Ух, окей. О-о-о-о-о. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Понимаю, это круто на меня нападать. Жесткие, жесткие, жесткие. По мне. Отлично, хорошо. Фу, меня аж напугала эта херь. Я не знаю, что это, но щупальца. Похоже на... Оу! Так, ладно, я понял, это не вариант. Не очень-то удобно, я вам скажу. Окей, готово. Их не очень удобно убивать, я вот серьезно вам говорю. И они очень большие. Так, там еще было несколько штук, я видел. И мне бы желательно еще... О, камешек сейчас бы упустил. Снайперку бы прокачать. Бац. Нет! Но сказали не брать. Что за дело? Почему я не могу взять эти... дьявольскую штуку? Потому что этот робот не взял фейерверки. Он не взял фейер... Он взял с красной, да? Ну вот, просьба объяснить, использовали взрывчатку. Мне показалось, что она рванет куда громче. Так и вышло. Возьми фейерверки и расставьте их в том... в тех точках, которые я указал на твоем эхо.
Да, восхитительно. Все сделает то же, что он говорит. Ты серьезно? Я же тут. Если честно, то ты на самом деле полный имбецил. Ну, критично. Критика, критика. Ох ты ж. А, и это его хер убьет. Смотрите, в принципе, снайперка охерительная. По урону почти, ну, вдвое почти, что больше. Скорострельность... А, там скорострельность чуть маленькая. И уменьшенная емкость магазина. Ну ладно, возьмем. Пускай будет. Пускай лежит. А куда, а что нам? И вот эти роботы, они жесткие. И замечу, что их дохера. Ну, а пока те роботы все равно снизу там сражаются, мы с вами пока будем выполнять то, что нам нужно. А что у нас по, вообще по заданиям? Так, прокачать. Урон в ближнем бою, шанс стихийного урона, урон до гранат, задержка заряда, урон от стрельбы. О, отлично. По миссии. Мне нужны миссии. О чем мы... Блин, нужно было вот это выполнить, сходить. Почему я, блин, к железяке отправился? О, это уже опасно. О, знак. О, фейерверки. Тихо. Отлично. Отсоси, правильно. А я не могу, да, это просто подойти и взять. А, там еще кто-то есть. Взяла тварь, напала втихаря. Ух ты ж, ё-моё. Так, вершина и подписчики платные за подгонами. Вот это было шоу. В первой перевыше состояния выступили лучшие группы Пандоры. Реально обучены. Ну что, вы готовы? Спонсор готов, Гиперион. Что за херня? Я заплатил за бои монстров и с баги... Так, нижним белье, а не за розовые сопли. Тогда я представляю реально обреченных... А теперь фейерверк. Это было так круто. Они позволили мне нажать на кнопку при запуске фейерверков в середине выступления. Черт, я же аж представляю, что произошло дальше. Ой, тихо. Так, здесь у нас ничего. Улучшенные моды. Повторяю. Тогда я представляю реально обручен. Да где же этот чертов фейерверк? Вот. Привет всем. Мы реально об... А! Так, вот тогда я узнал следующее. Взрывчатка и фейерверк это не одно и то же. А можно вызвать врача? Арена, кажется, упала со скалы. Со всеми участниками. И группой. И зрителями.
Как же я ошибался, это шоу было шедевром взрывного искусства. Он постоянно орет, Торк этот. Это событие должно привести к реинфигурации воспоминаний. Обнаруженная реинфигурация памяти. Провожу перезагрузку. Это точно будет больно. Мне опять начало дать? О, давайте... Мы уже близко. Нужно использовать еще одно воспоминание. Вот тут реально не то, что смотреть. Смирись с правдой, мой друг. Только когда ты сможешь расти, искатель хранилища поговорит с жителями города по имени Карима. Окей, нам нужно поговорить с жительницей Карима, но давайте сначала все продам и пойдем. И отхилюсь как раз. Так, поехали, продажа. Бец. Снайпер какой-то я оставлю. Бец. Так, коррозия. Пушку с коррозией оставлю. Бец. Бец. Урон в ближнем бою. Бец. Блин, это вообще не для моего уровня предметы. Урон в ближнем бою. Так, патроны. А тут что продаешь? Ничего такого. Ладно, погнали. Замечу, что Рилли, здесь все враги у нас очень высокого уровня, но мы как-то должны, ну, выживать. О, я вижу то, что нам нужно. А, тё, это шарик, я думаю. Тебе так повезло, что у меня аллергия на пушке. Окей. Медаптечка? После фейерверка везде царит хаос, но нам удалось собрать немного медикаментов и открыть в церкви медцентр там... Там восстанавливают твои соперники. Можешь отнести это лекарство моему мужу. Я знаю, ты не хотел навредить соперникам. Может, докажешь им то, что у тебя доброе сердце, хотя мозг и дурацкий. О, не, я понял. Я вас понял. Не, ну что это за дерьмо, а? Это сильные враги. Это щупальца сильные. Сильные и. Очень сильные и. Они меня легко убивают. А меня тут, в принципе, все легко убивает. Тут пошли враги более сильные. А миссий больше нету дополнительной, с помощью которых я могу хотя бы немного прокачаться, чтобы... Почему они постоянно появляются заново? Пипец, я просто сгораю. Вот просто один урон по мне. И как мне вот выживать, скажите? Просто... Вот, убил только одного... Прилетают новые. Что за дебилизм? Может, мне тогда никого не убивать, просто бежать прямо? Ой, блядь.
Пипец, ну, я не знаю, ну как мне выжить в этих обстановках? Просто убиваешь и не появляется. Пстец. Я не знаю, что делать. Просто я даже к ним подойти не могу, они просто с одного выстрела мне снимают щиты и начинают дамажить. Жестко дамажит. Я понимаю, что типа это ж это сильно, серьезно. Должно быть разумное понимание того, как мне это проходить все дело. И как правильно... Что это за херь? Просто дебилизм какой-то. Короче, нужно брать задание, пока они снова не появились. Камни собирать, вот это все. Так, все, поехали. Железяка, положи припасы на тележку и внутри, пока я не обнаружил в очередной раз. О, золото, я чудесно, так действительно. Сложно, как же сложно. Ладно, пошлю, когда нам предлагают пойти внутрь, да, зайти. Забираем все, что здесь есть. Этот робот-железяка либо тупой, как Скак, либо гений взрывного дела. В любом случае, он стоит того, чтобы... Обнаружение рекомендации памяти. Провяжу перезагрузку. То есть железяка поставил медикаменты и спалил всю к херам. Значит, это закончилось смертью всех конкурентов, за исключением опоздавшего Данка. Донка. Ну да, я слышал, сжег церковь, но кто знал из нас может сделать это так случайно никогда. Давайте я, короче, сейчас быстро опять отхилюсь. Что ж, жопу. И патроны купить надо. По сути, враги должны быть моего уровня, блин, а не выше моего. Сейчас враги опять, да, будут лететь. Итак, решающий бой. Турнир за место 4-го искателя хранилища между опоздавшим и дублером. О, камни. Это самый нереальный поединок так, столетия. Я сгорел от волнения, нужно было одеться.
Типа мне нужно туда прийти, чтобы началась битва. Получите главный ключ. А-а-а. Это Донг против Железяки. Вот он, главный ключ. Под программное отрицание нет ни одного. Вот, вот так. Под программа отрицания памяти введена. Вот, просто одна тычка по мне. И это пиздец. И то есть, как вы мне предлагаете проходить дальше игру? Мне только нужно идти фармиться, апаться. Не, ну зато смотрите, как железяка, да, легко победил. Воу-воу-воу. Что, пойдем внутрь? Так, последовать под программу отрицания. Получите главный ключ. Хотя, давайте, наверное, отправимся в следующей серии. Поэтому... Ай, ладно, давайте уже в этой все сделаем. Сдохну. Понятно, что мне рекомендуют закупиться. Так что сейчас будет жопа, что у меня по предметам. Так. Буду лазер, значит, этот использовать. Потому что... О, смотри. А хотя я могу это тоже уже использовать. Ледышка, да? Ну, давайте я ледышку использую. Так. Да, это зона с битвым с боссом. Поехали. Попробуем. Сука, мозговая ложбина. Я тебя хорошо, приятель, понял. А где воздухом дышать? Все вижу. Так. Воу-воу-воу-воу. Щупальца, мне нужно щупальца. Не, ребят, я думаю, а как, чем я буду его убивать? Чем? Мне нечем его убивать. Он просто берет так, хлыстанет и все. Здесь нужно продумать все правильно. Так, что это у нас вообще за базука? Это ледяная пушка, она у нас херово работает. Как вариант, да, взрыв буду юзать. Что еще у нас по оружию есть? Да, в принципе, ничего. Значит, покупаем еще для базуки. Отправляемся. Да, хорошо, хорошо идет. Или нехорошо.
Ладно, нужно менять стратегию. Так, не, урон идет, ладно. Тихо. Ой-ой-ой, вот это уже плохо. Поехали дальше. Так, тихо, базуку меняем на. На что-то иное. Воу-воу-воу, тихо. А не, ребят, вы чё? Тихо, хил. Блин, давай. Отлично. Так. Хорошо идет. Хорошо все идет. Давай, ну уже. Я понял, все. Черт. Ух, тихо.
Давай, 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 давай. Неужели? Ух, ребят, вот это да. Вот это босс. О, смотрите, здесь все фиолетовое. Вот это сразу видно, босс сильный. Мне столько пришлось на него потратиться. Ну, в основном хорошего потратить. Ну что за дерьмо, я не могу патроны подобрать. Опасно. Так, что здесь у нас еще валяется? Камни, камни, это все на продажу пойдет. Ясно, все типа должно было вылететь, но оно все залагало. Мод. Оружие, так, денежки. Так, ну в принципе все, да? Больше тут ничего не лежит, поэтому можно взять то, что здесь еще валяется. А здесь больше ничего не валяется, поэтому берем ключи и валим. Если честно, может, жители вершины любите меня не так сильно, как мне казалось. Неважно, у тебя есть главный ключ, возвращайся в картин. Давай его откроем, вперед. Наша команда, ну, давай я тоже. Да, возвращайся ко мне. Так, а я могу использовать ли вот этот портал, типа, или не? Походу, нет. Ну, тогда все, выбираемся. Тогда все, можно выбираться. Так, это броня. Не, ну босс, блин, ребят, босс был такой довольно мощный. Поэтому, что у нас здесь? 32 уровень. Так, огонь. Так, это я использую. В принципе, бомба хорошая. Хотя не продам. Урон. Так, закупиться патронами. И базука. Ну что, отправляемся. Ты разрушил вершину? Убирайся отсюда. Теперь за тобой убирать и убирать. Из-за тебя я потеряла всех, кого любила. Ты реально тут всех испортил. Ты идиот. Ладно, я думаю, давайте, наверное, на этом моменте остановимся. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.